Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала, вы на канале Джекофрост, это просто Джекфрост. Всем здравствуйте, традиционный субботник я появился. И по традиции мы проходим 10 уровней. И соответственно, после прохождения 10 уровней заканчиваю выпуск. Мне кажется, более чем логично, но опять же выставляем по рейтингу, ладно, хрен с ним, пусть он там накрученный. True yourself, сразу же. Я не знаю, может быть, HPS думает, что мне понравился тот уровень, который мы в прошлом выпуске проходили, но скорее всего так, ух ты. Вот это, конечно, сейчас заявка на победу, но... Профессиональный нуб. Нормально. Вот это трололо, блин. Вот это сейчас затроллили. Не, ну давайте еще разок. Давайте как бы три попытки дадим этому уровню. Тебе нахрен улетел. Очень нуб. Мне кажется, автору нравится слово нуб. Ну, может быть такое, ну я чё. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, что называется. Damn it. Вот. Да что ж такое-то? Да что ж такое-то? Почему дальше? Ладно, ну не три, ладно. Сейчас мы попробуем дальше раскрутиться и улететь просто. Damn it. Да дэмит, подожди, фу. Я вот одного понять не могу, дорогие друзья, это как это? Профессиональный нуб и нуб. То есть, понимаете? Я не знаю, хотел автор уровня оскорбить игроков, или это просто была шутка, я не знаю, честно говоря. Если у кого есть соображения по этому поводу, просто пишите в комментариях. А мы пока летаем. Ну давай. Но мы должны улететь вообще там, я не знаю, блин. Понимаете, этот уровень не то что затягивает, он пробуждает азарт спортивный. Вот чем мне он не нравится. О, Джастин Бибер. Спасибо. Такого я уж точно не ожидал. Хотя причем тут Джастин Бибер. Ну я догадываюсь, но не буду говорить. Damn it. А, блин. Так, сейчас минутку. Да я знаю, то что мы 3 минуты уже. Проходим так, ладно, сейчас, минутку, и прыжок! Да что такое, опять валинул, па? Я понял, надо как-то в высшую точку перейти. А второй уровень даже предусмотрительные часы поставил, мол. Ой-ой-ой. Так. Не на ту кнопку нажал. Ребята, почему-то табуляцию нажал. Ну. Ни хрена себе. Блин, я не могу это вообще. Так долго лететь и прилететь на медиум. Давай-ка еще разок. Но мы должны просто пролететь этот гребаный медиум, блин. Медиум тут означает то, что не то не сё, что называется. Если по-русски говоря, что-то среднее. Ну да, тут действительно башню сносит. Так, сейчас. Все, последний раз. Завершающий раз. И мы заканчиваем этот уровень, потому что, блин, уже 5 минут мы тут пытаемся через вы свой утешить, в частности я. Давай. И высшая точка. Молодец.
Ну ладно, короче говоря, не получилось у нас дальше прилететь. Ну, уровень классный, но понимаете, тут как бы физика, центробежная сила, там все дела. Выберись из коробки. Или войди в коробку. Скорее всего, Enter, это нужно войти в коробку. Чунь-чунь, подожди, подожди. Это возможно. Ну, чувак. Видел ты меня в прошлом выпуске, чем мы там творили. Конечно, это возможно, слушай, Вася. Ух ты, елки-палки. Слушай, я, конечно, понимаю. Куперфель сейчас обзавидовался просто. Не, ну серьезно. Так просто зацепиться, ну это прям уровень ниндзя. Обзавидовался бы Куперфильд, ну блин, ладно. Как бы речь не о том. Так, Pogo Fight Green, ну поехали. Это, кстати, уже третий уровень у нас. Это опять R5, ну мы не обращаем внимания. Бомбить по этому поводу не будем. Я не знаю, что он там изобразил. Надеюсь, ты что там. На. Ассасин ты, блин, наш. Копеносец, блин. Реально сейчас бы перепрыгнул и все. На. Опа, вы видели, что творю вообще? Теме, извини, такова жизнь. На. Ёлки-палки, ну Тиме, блин, подставил. Негодник. Блин, опасно. Опасно. Кстати, кто впервые смотрит, ну, тут не было таких уровней на самом деле. Там Pogo Fight это как бы уже возникло от Pogo Jump. Ну так, немножко истории для тех, кто в курсе, на. Вот, это было жестко. Ты, блин, на рыцаре. Ёлки-палки. Ну точно, это рыцарь. Ни хрена себе, ну ты ниндзюк. Блин, жаль. Ну тут не удержался, потому что... Тут мешается. Я понимаю, братиш. Давайте перезайдем, потому что даже мне самому противно, то, что он орёт. Третий уровень, нахрена тебе этот мяч, блин? Продолжаем тратить непрохождение уровня, ну потому что, блин, ну не хочется тратить время на него. Как показано было в первом уровне, типа, то время-то идет. Так, это у нас межпланет. Ой, ух ты. Слушайте, подождите. Так. Вот это вот уровень, слушайте. Все чисто. Так.
Так, привычка, я сделал уже все нормально. Так, ничего. Я не знаю, блин, солнце. Ну, естественно, ну, землей побеждать этот уровень. Ну, а чем же еще, елки-палки? Естественно, все логично, опять же говорю. Ела Пого Джамп. Вот я говорю, вот. Два брата акробата. Пого Джамп. И Пого Файт. И один от другого. Один от другого. Так, получается там что? Сейчас, подождите. На четвертый уровень пришли. Это уже пятый. Сейчас погодите, сориентируюсь просто. Так, раз, два. Раз, два. Да, это четвертый, уровень. Ну, блин, тут легко запутаться, на самом деле. Это не четвертый, это не пятый, это четвертый уровень. Я смотрю, что тут, блин. Чё, Сэнкс, за что? Вы знаете, вот в английском языке вообще у тебя Сэнкс. Это как будто, знаете, это вот... Это все равно, что хай, приветствие, блин. Я не знаю, вот... Я сколько изучал язык, меня вот приучили, вот... Здороваешься, hello, там, благодарю, thank you, там, вот, а не thanks, что это thanks, это, понимаете, это же, для меня это воспринимается, как будто стенку поблагодарил. Не, ну, серьезно, ну, ребят. Я, конечно, как по темпераменту полуангличанин, я могу как бы и не заметить этого, если мне кто-нибудь thanks скажет. Ну, просто, ну, вот так вот высказался. Потому что мои, я воспринимаю фразу, когда мне говорят по-английски thank you, все. Вот такой вот момент. Ну, понятно, опять Флэппи Бёрд начинается. Слышу, ой, не надо, не надо, не надо, вот. Ребят, ну, зачем его через ЧСВ трогать? Год Бог Happy Wheels, год Awful Happy Wheels, год, а это кто? Не, ну серьезно, мы просто проходим уровень. Мы четвертый уровень проходим, и все. Хотя, знаете, ну, немного похвалы тут не помешает, все равно, блин. А, точно. Вот и я промолчу. Потому что, блин, ну, серьезно. Мы просто проходим Happy Wheels. И поддерживаем людей с ограниченными возможностями. Все. Потому что первоначально была задумка Happy Wheels. Так, понятно. Четвертый уровень пройден, пятый уровень. Сейчас у нас Plant Zombie. Опять он вылез, пятый уровень у нас на сегодня. Опять он вылез. Кстати, вот давно его не было. Что называется? Даёшка. Да не надо, слушайте. Ну это текстуры. Слушайте, ну... Блин. Да как так-то, алё? Да короче говоря, ребят... Это не то уровень, ну, проходили, я не знаю, почему он вылез. Пятый уровень будет у нас другой, потому что... Ну, у меня есть он в выпусках. У меня есть в выпусках, и если что, то можете посмотреть. Там как раз чуть ли не целый выпуск этому посвящен. Ладно, поехали дальше. Пятый уровень, фриз стеночка там, все дела. Ой, сейчас больнет. Слава богу.
Ну, вот так вот, 5 уровень. Ну, потому что, понимаете, друзья мои, ну, можно, конечно, опять заморочиться. Опять пройти этот добрый уровень, но зачем? Если у нас эпик должен быть 5. Так, 5 уровень у нас уже. Так, хорошо. Погухар, тут буквы летают нормально. Не, ну, ну серьезно, ребят, ну. Тут буквы прилетели, как. Так, 5 уровень. Оу, тихо. Я не понимаю, за что тут 5 ставить? Следующий 5 уровень. Impossible. Вот это я люблю, вот это вот действительно impossible. Ну, так, тихо. Да елки-палки, вот это по-нашему, вот это 5 уровень. Вот это я люблю, вот, понимаете, вот. Когда вот. Так, подождите. Надо сейчас мне по Нинидзянкински проехать. Блин, вот он бы повыше чуть-чуть сделал. Да вообще тут, блин, я не знаю. Полный трэш. Да выиграл я, идите вы. Ну, моя мотоперка выиграла теперь. Надо, знаете, надо по. Да елки-палки. Так, сейчас попробую. Тут надо, знаете, как штилиться. Так, подожди. Да вот, как это impossible? Ну да, без рук, ну, хотя с головой, ладно. Короче говоря, в любом случае мы прошли. Это 5 уровень, вот это реально классно, я даже 5 ему поставлю, ну потому что, блин, если уровень хотя бы хоть немножко проходим, он мне уже нравится. 5 уровень, у нас был пройден, сейчас у нас 6, опять погуфайты какие-то, блин, я не знаю. Сейчас посмотрим, ну, скорее всего, опять. Ну, хит опять, вот, на. Да я не знаю. Ну ассасин свой меч сделал, ну что делать-то? О май гад! Да ты потом будешь. Да что он женщину увидел, блин, на. Не, мне кажется, там все. После такого-то кузак. Что ж ты стоит? Любовь всю жизнь долбил, да? Ой, ты ассасин, блин, ну ты викинг. Нахрена тебе топор? Объясни. Точнее, если быть точным, это алибар, да? Да конечно, вот как? Вот видите, как отбивался, блин. Это мы шестой. Шестой уровень проходим, охренеть.
Там еще и гарпуны, давай. Да блин. Да блин, я не могу. Давай, 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 давай. Давай, 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 ползи улиткой. Это шестой уровень, друзья мои. Мы должны еще 4 пройти. Давай, 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 давай. Да я знаю, говорит, 8, говорит, 5. Более длинный, куда, куда уж длиннее, друг. На том спасибо. На тебе пятерку, держи. Действительно, как бы сообразили. Хороший уровень. Ну, блин. Это единственный случай, когда мы проходим этот полуфайт. Crazy Wall. Ну это паркур опять же, это у нас 7 уровень в нашем списке, так что это паркур, елки-палки, они чувак, ты что-то перепутал, это не был тру. Faster time, понятно. Да 7 какой-то жесткий, блин, уровень, я не знаю. Не, я не знаю, тут надо было установить хотя бы минку, что ли, я не знаю. Или хотя бы, подождите, сейчас. Блин, да как тебя разделил-то на две половинки, две веселые картинки, блин. Да что ж такое, ну что ты ее гладишь? Ты оттолкнуться от нее должен. Я не знаю, тут... Хотя немножко, знаете, немножко шипов бы поменьше было бы. И было бы больше шансов. Ну хотя ладно. Не, я говорю, что хотя бы шипов поменьше было бы, потому что он не паркурит ни хрена. И поэтому 4 балла. Ну, за это как бы да. Тут надо немножко шипов поубавить. Хотя бы вот этой точкой, где он сейчас находится, хотя бы поубавить. Потому что именно туда его тянуло. Но это ладно, это так. Справедливая критика, что называется. Без доли обиды и отчаяния и всего такого. Так, ладно, короче. 7 уровень пройден. 5% impossible. 8. Да, тут надо... Да ёлки-палки. Да что такое-то, блин? Да это вообще, я не знаю. Вот за что ему 4? Вот объясните мне. Хотя, ладно, бог с тобой. Ай. 9 уровень у нас и остается чуть больше 5 минут. 9 уровень у нас Meteor Strike, но я не знаю, это опять не скорее всего. Это
у нас 8 был. Так, получается, еще 2 уровня. Get a box, easy. Ну давайте, повылазим. Повылазим из этих боксов. Ну, скорее всего, вот это, ну, потому что... Ну, наоборот, то есть... Я не знаю... Get in box, это будет... Ну, я перепутал, потому что... Обычно, знаете, вот болевой мне escape. Как бы, извините, что перепутал. This is my first level, sorry, it's bad. This is for medium... Господи. Короче говоря, посыл сообщения такой, что это мой первый уровень, извини, что плохо. Не, ну на самом деле, блин, тут, да. Как бы, понимаете, я, конечно, не хочу привязываться к автору, но грамматически, excuse me is bad, я бы написал. Извини, что так плохо, потому что, sorry, как бы, он тоже извините, но, блин, она больше задевает моральную сторону, а тут какая моральная сторона, я просто поставлю 3 и уйду с богом, проходить другой уровень, и все. Ну, это так, немножко, придирка моя. Потому что, ну, может быть, действительно задевает, я не знаю. Ну, и я вот так вот, ну, вот так вот, пацаны, ну, не получается. Вот так я, собственно, и сделал. Еще 2 уровня у нас остается, получается. 1000 путей. 1000 путей смерти, это что за хрень? Какой баланс? Идея. Ну, давайте, да, точно, наверное, скорее всего, философский подтекст. Все-таки, а почему бы нет? В хиппи-вилледже должна быть какая-то философия. Тут опять кликер какой-то. Ага. Ага, кликер. Ну это вот такой вот 9 уровень у нас сегодня. Хэппер-кик. Ой-ой-ой. Это, знаете, это скорее всего рестлинг нам показывают. Хотя такой дикости даже телевизионным шоу не допускалось. Это бомбочка, насколько я знаю. Называется в рестлинге. И камень. А это, знаете, серину, типа того, носорог. Это... Я не знаю, тут, блин, Люкенг. Просто... Там я не знаю, как это, блин... Я не помню, как того чувака звали, по-моему. Там всех шляпой резал так. Ну, даже... Сейчас я посмотрю. Ну, это 9 уровень. Ну, конечно, конечно.
Это Кунглау, блин. Спасибо Гуглу, что называется. Это Кунглау, конечно. Ёлки-палки. Девятый уровень, и, к сожалению, метеор страйк. Ну, ладно, давайте как бы завершим этот уровень. Завершим этот выпуск. Прохождение метеор страйк. Ух ты, ёлки-палки. Да ёпарасете! Да ты, блин, бэкфлипер хренов. Тебе ехать надо. Тим, извини, твой батя вообще, по-моему, не в курсах, что тут происходит. Ты давай быстрее едь. Ёлки же. Ну, подпрыгни. Шедеврально. Давай, 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 давай. Да Субару ты недоделанная. Не меня. Да вот. Блин, я не знаю. Сейчас, ребят, сейчас мы пройдем. Я чувствую. Мы пройдем, что... Просто не тышка подсказывает уже. Иди дальше. Иди дальше, потому что тупорылый не может совладать с великом, блин. Извините за выражение. Ну что ты делаешь, блин? Кретин, ну вот так и надо. Да вообще какой-то, я не знаю. Да как ты развалился-то? Ну вставай, су... Да я жму, он не едет ни хрена, блин. Я жму как... Да чтоб тебя... Купи ты там, не знаю, себе клей, там еще чего-нибудь. Из уставов, видит твоя мать. Уже, ну, уже велик не может выдержать, нормально. Так, ладно, тут стратегия. Тими, да... Да батя, ты охерел, что ли, я понять не могу. Да вот тебе, паскуда. Сейчас пройди. Сейчас пройдем. Как бы у нас 5 минут, потому что мы застряли на первом уровне. Не то, что застряли. Да просто, блин, ЧСВ сыграло. Как будто... Да... Да блин! Да меня вымораживают вот эти глюки. Да ты так на салоботке. Так, давай. Да я понимаю. Понимаете, я не успеваю. А, тут по секундам, вот. Две секунды получается. Я не знаю, как я это сделал, но... Спасибо глюкам. И вот так вот у нас заканчивается просто выпуск. Ну, я говорю, мы просто взяли на самих себя 5 минут. На этом выпуск закончился. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы получать новости от меня. С вами был Джек Фрост. Всем пока-пока.